В гости пришли со своими кисточками и краской. В день защиты бездомных животных волонтеры общественного движения «Город первых» обновили временное жилье четвероногих. Здесь необходимо было покрасить вольеры для собак, и общество защиты животных и наше общественное движение договорились. Мы предоставили кисточки, краски, все необходимые материалы, ну и собрали всех желающих в интернете. Кто захотел, тот присоединился к нам. На призыв общественного движения «Город первых», созданного по инициативе группы ЧТПЗ, откликнулись более 20 первоуральцев. Пока красили двери и решетки вольеров, их лохматых обитателей отправили на прогулку. На то, чтобы выгулять почти 200 живущих в приюте собак, волонтеры «Города первых» потратили несколько часов в городском обществе защиты животных. Отмечают, что забрать к себе домой собаку и оказать помощь обитателям приюта неравнодушные первоуральцы могут в любой удобный для них день. Можно помочь автотранспортом, свозить, например, в ветклинику. Это очень частая потребность, потому что животные попадают зачастую в плохом состоянии, травмированные. Вот. Любая помощь. Можно привезти даже пакетик крупы, просто мешочек корма. Вот все, что как бы в ваших силах, это все нам очень нужно.